общем-то, я рада, что я это сделала. Долго сомневалась, мучилась, страдала. Выходить на сцену, не выходить — это преодоление себя, и это самое главное, что я сделала. И горжусь, что я это сделала. Научилась не сдаваться, научилась доводить до конца все, что взяла в работу, что пообещала себе сделать. Ой, Гио вообще молодец. Ему удалось достать из меня танцовщицу, которой вообще никогда во мне не было. Или я думаю, что не было. Но теперь сомневаюсь, даже, наверное, буду танцевать. После спектакля чувствую облегчение. Самое-самое важное. Потому что, когда вот там стоишь за кулисами и волнуешься, это просто какой-то кошмар. Потом выходишь на сцену, делаешь много ошибок, но все-таки выступаешь. И вот облегчение. За этот курс научилась, скорее не за курс даже, а за спектакль научилась быстро соображать и выходить из всяких ситуаций. А за сам курс, наверное, это терпение, потому что, когда сидишь, слушаешь других людей, это нужно сидеть и терпеть. Вот, режиссеры могу сказать, что... Ну, сложно сказать что-то одно, потому что Гео просто невероятный человек. Просто, наверное, один из лучших людей, которого я знаю. И кроме того, что он невероятный человек, он еще невероятный режиссер, потому что он с наших... некоторые монологи были, как по мне, скучные изначально, какие-то не очень, но Гео все сделал просто невероятными. Эмоции после показа — это вообще вот просто такая фейерверк. Вот в твоей душе, в голове происходит сплошное, и ты вот не можешь это все, пытаешься все собрать, чтобы объяснить свои ощущения, но они очень классные, они... распирают вот это вот удовлетворение собой, зрительские улыбки, да, довольные взгляды. И это очень-очень подкупает, это очень приятно, очень льстит. И вот эта буря эмоций, наслаждений от того, что ты делала, несмотря на то волнение, которое было, естественно, несмотря на то, что там у всех какие-то свои есть бытовые моменты, какие-то проблемы, хлопоты, тем более накануне Нового года, несмотря на все это, ты себя собрал, выдал вот максимум, хотя, конечно, возможно, думал, что можешь и больше, но тем не менее выдал то, что выдал на сцене, получил от этого кайф и удовольствие, увидел удовольствие, которое получили зрители. Это просто потрясающе. Что касается курса монологов, то круто было. Это немножко не то, что было на интенсиве, но было круто в том, что благодаря режиссеру и вообще благодаря людям, которые были тоже на монологах, появилась возможность поглубже в себя заглянуть, поглубже покопаться в себе, более вытащить из себя больше эмоций, больше вот, показать свою мощь больше, да, чем на интенсиве. И это тоже благодаря, не только благодаря самой себе, благодаря, естественно, режиссеру Гео, благодаря коллективу, ребятам, ты учишься вместе с ними вот, доставать из себя максимум эмоций, чувств и показывать их, и демонстрировать. Это круто. Ну, Гео, конечно, Гео — это няшка, это гуру, я не знаю, все, вот миллион восторгов, как в моем монологе, потому что он делает из таких каких-то глупых и бессмысленных текстов целый экшен, целое представление, спектакль. Он помогает, он вдохновляет, он помогает мне, каждому из нас вот почувствовать себя настоящим актером, да, вот мы для этого сюда пришли, вот почувствовать это. Кто-то там будет и продолжать это делать, да, кто-то там просто хобби, у каждого свои цели, но он каждому помогает вот это вот прочувствовать, быть актером и насладиться этим. Ну и, конечно, он всех любит, всем, ко всем прислушивается, и его хватает на всех. Вот его теплоты, искренности и мудрости хватает на всех нас. Спасибо ему большое. Хочется еще выйти.
еще помучить Гилы, чтобы он еще с тобой поработал. Да, и я бы сейчас бы еще раз бы вышла бы, да. Чему научилась? Выходить как бы... выходить за свои какие-то рамки. Вот да, мы девочки, мы все любим быть красивыми, а тут надо было играть такую злую училку. Гио молодец, потрясающий. Молодой и, несмотря на это, очень талантливый. То есть мои эмоции прям бум вообще, то есть такой всплеск, на самом деле я очень волновалась, это было, конечно, видно, но, то есть довольно-таки пошло быстро, я могу действительно хоть и сказать, сейчас я только прихожу, только-только в себя, но на самом деле хочется еще раз сыграть, то есть улучшать, во-первых, то, что есть, и то есть это совсем другой эмоции, это не то, что было на интенсиве или на энергетике, то есть это первый раз в моей жизни, когда ты рассказываешь просто один целым моим зрителям, то есть это тоже не сравните со скрипкой, когда ты играешь на музыкальном инструменте, а тут ты говоришь. Чему я научилась? Это, наверное, прежде всего научилась стараться кушать мандаринки и говорить одновременно, кроме этого. И научилась как-то более проявлять свои внутренние какие-то эмоции, которые в мне были скрыты. Вот Гио старался достучаться, чтобы я проявила это в монологе, который этого и требовал. И как можно больше это все выразить. Вот. Что можно сказать про Гио? Гио замечательный очень человек, талантливый режиссер, постановщик. Как он смог все это придумать, какую идею заложить в этот монолог, казалось бы, очень непонятный, такой философский, то есть бум-бум-бум, вообще ничего не понятно, поэтому мы все его очень любим. Эмоции спокойствия. Вот сейчас уже спокойствие. Такое вот расслабленность такая, да, понимаю, что что-то можно было хорошо сделать, да, можно было бы повторить, но в принципе, то есть уже нет какого-то волнения перед выходом на сцену, уже нет того драйва, который был на сцене, сейчас все спокойствие, все хорошо. Чему я научилась? Это странный курс для меня был. И научилась я тому, что можно, оказывается, быстро переключаться, можно очень быстро переходить из минуса в плюс. Вот, и для меня это, скажем так, откровение. Гио. Гио, опять-таки, так получилось, что для меня это у Гио всего 4 занятия на этом курсе были, и... Офигенно. Офигенно, потому что, во-первых, мне очень понравилась атмосфера, которую Гио создал в своей группе. Это круто. Вот. И большой умничка. Большой умничка. И теперь вот еще один любимый режиссер у меня в сплэше. Так что спасибо, Гио, большое. Я на самом деле чуть-чуть выдохнул. И этот выдох... Он какой-то особенный. У меня такое ощущение, что я сейчас дышу облаками. Какие-то во мне бурлят голубовато-белые оттенки спокойствия. Я бы, наверное, так назвал бы. Первая часть курса монологии, точнее, показа прошла. Я, конечно, безумно волновался. Это страшно. Ты переживаешь за каждого. Каждый переживает за себя, а ты как режиссер переживаешь за всех. Ты вместе с ними проживаешь их монологи, ты вместе с ними полностью вовлечен в ту историю, которую они делают. И мне кажется, это отдельный показ, если снимать режиссера, что с ним происходит, когда идет показ его учеников. И я ребятам за это благодарен. Я также благодарен ребятам за терпение. Потому что это было одно из важнейших условий на этом курсе. Потому что он сложный. Сложность его заключается в том, что каждому нужен индивидуальный подход. И это очень тяжело людям, которые не связаны с актерской профессией, сидеть и смотреть даже те же 15-20 минут, как другой читает. Это тяжело. Но самое главное, что
ребята не просто там, знаете, отсиживали занятия, а ребята были вовлечены, советовали, подсказывали. То есть работала не только одна голова, да, а много голов. И за это им большущее спасибо. Что касательно ребят, есть здесь мои ученики, которые до этого у меня обучались. Есть ребята, которых я просто знал в нашей студии. Есть ребята, которых я увидел впервые. Но каждый из них стал частью меня. Вот как я каждому ученику даю кусочек сердца, вот и они тоже получили свой маленький кусочек. И я надеюсь, они тоже свой кусочек мне отдали. Я им безумно благодарен, ребята. Вы молодцы, вы, девчонки, умнички. Я надеюсь, точно так же хорошо пройдет выпуск второй группы. И это не предел. Очень хорошо, что у вас есть желание еще. Это самое главное. Если есть еще, значит, вы не хватаете каких-то звезд, не говорите себе «стоп». Это хороший знак и для жизни. То есть я буду двигаться вперед, улучшать, наращивать, обрастать, скажем так, актерски. Вам огромное спасибо. Я хочу с ребятами выпить шампанского и отдохнуть. Спасибо.